Всем здравствуйте, доброго времени суток, у меня утро, и сегодня я решила в воскресное утро сделать печеночный торт и, соответственно, поделиться с вами, как я это делаю. Для этого нам понадобится 400 грамм печени, 2 сырых яйца, я их помыла, как всегда, яйца мытые и чистые, вы знаете об этом, 2 морковки, 1 луковичку, 0,5 стакана молока, 1/3 где-то части муки. Дальше, что мы еще берем? Надо майонез взять для смазывания. Но я взяла соус майонезный, сливочно-чесночный. Я чеснок добавлять не буду. По желанию, можете взять 200 грамм майонеза и взять чеснок. По желанию, я не буду добавлять чеснок. Дальше, зелень по вкусу мы берем. Соль тоже по вкусу. 2 желтка для украшения. Соль у меня будет... как всегда, либо я возьму вот такую, видно вам, здесь у меня соль с ламинариями, либо я возьму соль, которая у меня с пониженным содержанием натрия. Наверное, все-таки я возьму с пониженным содержанием натрия. Так, значит, что мы будем делать? Для начала мы печень взбиваем, я буду взбивать на блендере. Вот такой у меня блендер, измельчитель. Я на нем буду. Можно на мясорубке. Печень я взяла куриную. Хотя взять можно любую, какая у вас есть. Мы, значит, для начала перебьем печень. Добавим туда муку, яйца сырые, соль, перчика немножко. И начнем выпекать блины. Пока будут выпекаться блины, я параллельно натру морковку на терке. Порежу лучок. И начну обжаривать. Я еще не сказала, возьмем немножко растительного масла для обжарки. Масло я беру обычное, без запаха. Вот оно, мое масло. И начнем обжаривать. Потом, когда буду собирать торт, я вам все покажу. Сейчас я для начала все это перебью на блендере и к вам вернусь. Так, печень наша готова. Еще немножко перебью все-таки. Неправильно делаю. Сейчас, чтобы не жужжать, уже закончу и подключусь к вам, чтобы камеру не жужжать. И как буду смешивать, что добавлять, я вам все покажу. Так, печень мы перебили. Сюда выливаем 0,5 стакана молока, ну где-то 100 миллилитров. 2 сырых яйца сюда вбиваем. Соль и перец сюда добавляем по вкусу. Немножко перчика. Я люблю, чтобы так немножко островатенько было. И немножко соли. Соль я добавляю с пониженным содержанием натрия, как обычно. Сейчас я это все перемешиваю. И потом добавлю... 1/3 стакана муки, ну это где-то 100 грамм, наверное, не больше. И будем выпекать блины. Пока я это все перемешиваю, параллельно я потерла морковку. Морковку я потерла на такой вот длинный, по-корейски как делаю, потому что мне больше такая нравится. И лучок мелко порезала. Масло у меня здесь уже разогрелось. Поэтому я забрасываю и начинаю обжаривать. Сначала лучок обжариваю до такого, знаете, до прозрачного цвета. Не надо до золотистости. Ну, чуть-чуть полуготовный ставь, до полуготовности. А потом добавляйте морковку. Он такой немножко прозрачненький станет.
Я тоже туда немножко добавляю перчика и немножко соли. Но это по желанию. Хотите, добавляйте, хотите, не добавляйте. Соль у меня необычная, а с добавлением ламинарии. Ну, то есть я уже говорила не раз, что у меня обычную соль нельзя и приходится добавлять полезную. Там несколько морковинок попалось. Вот таким вот образом сейчас на медленном огне буду обжаривать. А здесь мне понадобится сейчас венчик. Венчиком забьем сейчас все это. Тщательно перебьем. Желтки не хотят раздавливаться. Сюда муку добавляем и начнем выпекать. Сейчас я все хорошо вымешиваю и будем выпекать блинчики печеночные. Так, значит, мы все смешали, размешали. Я, знаете, это надо оставить минут на 15, но я не стала оставлять на 15 минут, я просто перебила погружным блендером, чтобы мука растворилась. И сейчас мы будем выпекать это все. Значит, у нас это готово, морковка с луком. Вот. Все это мы прожарили, спассеровали. Но такая, знаете, чтобы не зажаривайте сильно. Этого нам не нужно. Вот. Это у нас будет прослоечка для торта, для нашего. Так. Блиница моя готова. Вот, она большая. Она у меня большая, не видно вам. Вот такая вот. Так, масло можно не добавлять, потому что мы сюда чуть-чуть добавляли масло. Вот я сейчас добавляю чуть-чуть. Но я на первый блин всегда, не знаю почему, но добавляю. Чуть-чуть на первый блин перестраховываюсь, чтобы не было сюрпризов. И сейчас мы будем выпекать эти наши печеночные блинчики. Ну, где-то, знаете, вот на эту массу столовую ложечку масла достаточно. Хоть сковородка у меня антипригарная, но я перестраховалась и немножко добавила масла. Во всяком случае, на первый блин, а там посмотрим. Значит, сейчас я буду выпекать это все. Выпеку блинчики и потом будем собирать тортик. Все буду вам показывать. Вот такая масса получается. Так, первый блинчик у нас почти готов. Вот он, красавчик наш. Вот так. Таким образом и выпекаем дальше. У меня блинчики большие, поэтому тортик будет невысокий, но это не страшно, это нормально. Буду на плоское блюдо выкладывать и украшать, и вам все показывать. Так, ну что, блинчики наши готовы, вот они. Последний, самый маленький, я его на дно положу, чтобы немножко выровнять. Когда буду резать, это будет незаметно. Значит, кладем. Сначала мы кладем блинчик. Немножко смазываем. Ну, я смазываю майонезным соусом с добавлением чеснока. А вы можете смазывать майонезом. Это не принципиально важно. Кто чем хочет, тот тем и смазывает. Так, смазываем, потом кладем зелень. Ну, вот так положу. Видно вам, да? Да, видно.
посыпаем зеленушечкой. Вообще, кто-то зелень только сверху кладет, но я люблю немножко вот и в прослоечку положить. Потом кладем морковку с лучком пережаренную. Надо как-то вот рассчитать, чтобы всем хватило, всем блинчикам этим. Я думаю, хватит, сколько у нас их тут. Ну, их так приличненько, конечно. Так. Если хотите, можно побольше класть майонеза. Мне этого достаточно. Я не хочу больше. Опять блинчик. Он уже у нас такой добротно большой. Ну, я сказала, что первый я маленький положила, чтобы немножко выровнять тортик. Можно на доску это сразу, на стеклянную выкладывать или на деревянную, чтобы потом резать кусками, он будет более ровный. У меня нету блюда такого вот большого для торта. Надо приобрести, обязательно приобрету. Вот таким вот образом. А, вот сюда кладу. Немножко зеленушечки. Конечно, кто-то кладет очень много морковки. Кто, ну вот это, знаете, кто как любит. Любите много, кладите много. Просто я нацелена на печеночный пирог, а не на морковный. И так далее. И так далее, далее, далее. Вот так мы все слои выкладываем. Потом покажу, как будем украшать. Сейчас я до конца выложу. Знаете, вы знаете, пришлось мне добавить моркови. Маловато мне оказалось. То есть две морковки будет маловато. Вы берите побольше. Потому что у меня большие блинчики оказались. И мне маловато. И я добавила морковку с луком. Я поджарила. Ну, чтобы было как-то действительно, чтобы похож на тортик. А не так подобие какое-то. Он у меня невысокий из-за того, что блинчики большие. У вас, наверное, блинница поменьше, и поэтому он будет повыше. Но мне достаточно. Я же готовлю на небольшую семью, поэтому... И потом я люблю не так много все делать, чтобы потом свеженькое что-то еще можно сделать. В общем, у меня здесь последние штрихи. Просто хотела вам сказать, что я добавила морковочки немножко с лучком. Спассеровала. Потому что маловато все-таки. Того количества для меня было маловато. Ну, в общем, сейчас я закончу, и когда уже буду украшать, увидите все. Ну, что я закончила, только не смейтесь над моим произведением искусства. Я говорила, что я не кулинар. Главное, что это очень вкусно. Оставляем на пару часиков, потом буду резать. Потом покажу вам в разрезе. Этот тортик я очень рекомендую тем, кто не любит печень. Детки не едят печень. Взрослые тоже не все любят печень. Поэтому я очень рекомендую готовить вот таким вот образом. Очень вкусно получается. Сейчас пару часиков пройдет. Я разрежу и кусочек в разрезе вам покажу. Я всем желаю приятного аппетита, здоровья, хорошего настроения, удачи и всех благ. Берегите себя и своих близких. До новых скорых встреч. А с вами была я, Ника, и мои московские будни. Всего вам доброго. Пока-пока.